Что вы видите? Изящно выполненные гипсовые бюсты? На первый взгляд в этом нет сомнения, но сейчас вы будете удивлены. Началось с того, что я узнал о гибкой природе бумаги на примере китайских бумажных игрушек и бумажных фонариков. Потом я использовал ее, чтобы сделать пистолет. Обычный пистолет твердый, оружие убийства, но я превратил его в инструмент для игры и декораций. Таким образом, он утратил и форму, и смысл пистолета. Он превратился в игрушку. Тридцативосьмилетний пекинский скульптор Ли Хунбо творит свои скульптуры из бумаги, а точнее тысячи ее слоев, плотно наложенных один на другой. В основе лежит техника изготовления китайского фонарика. Для начала берется лист, промазывается вот таким образом клеем, после чего накладывается на подобный. Таким образом формируются блоки по 500 листов. Они также накладываются друг на друга для формирования нужной высоты, обычно по 10 штук. Потом для работы с таким бумажным кубом уже идут в ход обычные инструменты скульптора. Ли говорит, что с таким материалом работается как с мягким камнем. То, что получается, шокирует многих. Странное и тревожное – это просто прилагательные, которые используют некоторые люди. На самом деле у человека просто слишком фиксированное понимание того, что такое человек. Бумага была изобретена в Древнем Китае. Рожденный в обычной крестьянской семье, Ли всегда любил этот материал. Он делает только точные копии и только классических бюстов. Его живые скульптуры уже покорили несколько мировых столиц. В настоящее время выставка проходит в Нью-Йорке.